1 апреля состоится традиционный капустник. Коллективы сойдутся на сцене Дома актеров в битве импровизации «Остроумие». А вот Национальный молодежный театр не стал ждать и начал чудить и хулиганить свой профессиональный праздник «День театра». Вместе с артистами смеялась и угощалась пирогами с капустой моя коллега Маргарита Гафарова. Но когда еще можно увидеть сказочных единорогов, танцы до упаду и попасть под денежный дождь? Разве что под Новый год и День театра, когда актеры веселятся, дурачатся, шутят над собой и другими. Все от мала до велика. За кулисами Людмила Воротникова начесывает руно. Сейчас я из простого нормального человека стану Козой Тимофеевной. А Ольга Мусина готовится к самой главной роли в своей жизни. Если кто не понял, я Мурашкин. Я такую роль еще не играла, мне это очень нравится. Мне за нее дадут еще какое-нибудь звание? Бегали мурашки с чувством, передали всю глубину и трагедию своего образа. Сравниться с ними могли разве что большое сердце и увеличенная печень. Да-да, весь внутренний мир артиста предстал перед зрителями в этот вечер. Воочию удалось увидеть, что происходит с актером в день премьеры. И после спектакля. Собственный капустник молодежка проводит уже 15 лет, за редким исключением, когда на этот день выпадает премьера. Причем готовиться к нему приходится раза в 4 интенсивнее, чем к обычной постановке. Но такова судьба артиста, предначертанная еще до рождения. Довольный муж, под телевизионные комментарии, спаленкует животик. В общем, действие, рассчитанное на подготовленного зрителя. Да, очень специфическое театральное зрелище, которое, как и пирог, называется капустник. Им традиционно угощали гостей прямо в фойе. Хотелось чуть больше рассказать об этимологии названия, но не получилось, потому что... Я текст забыла. Пишу? Все. Сейчас я доем. Доем, допишу. Потому что Маргарита Гафарова, Азамат Даянов, «Россия. Культура. Башкортостан».